Вот. В принципе, потеря ножа. Что мы решили сделать, поскольку у нас нет удара в голову, а без удара в голову набрать тоже крайне сложно. При потере ножа нож возвращается, поле останавливается, нож возвращается на место. Бойцы становятся там же, где потеряли нож. И человеку, который в этот момент был с ножом, дается 3 балла. То есть есть еще 0-0. Человек теряет нож. Он уже проигрывает прибыль. Бой останавливается и возвращается. Если было действие со стороны, то есть человек полез в руку и приехал, потерял нож, то ему дается 1 балл, его соперник с ножом, еще 3-1. При потере обоих участников ножей. Бывает как раз. Бой останавливается, ножи возвращаются, и с центра поля начинается. Значит, теперь правила по дорожке. Какие нюансы есть на дорожке? Бойцы начинают с центра. По поводу безоружной руки, удар в голову, дисквалификация? Более, конечно. Конечно. Удар, удар головой, удар рукой, безоружной в голову. Залезли рукой, и я вырвал. Да, хват залезли рукой, только времени больше 2 секунд, у нас дисквалификация. Если вы схватили и отпустили. А если я вырвал? Если вы схватили и вырвали, значит, в принципе, больше 2 секунд. Уже из-за залезли. Ну, то есть 3 очка не будут за то, что потеря 15 человек? Нет, залезли говорить нельзя. Я не представляю, как себе этому дуру можно залезли и выиграть. Я согласен, я то, что все слышали, я в этом говорю. Все услышали, что залезли, если вы схватили, дотронулись, да, вам, вашим соперникам 1 балл. Так по рисунку не считается. Если вы схватили, подержали хотя бы 2 секунды, все, вы дисквалифицированы. Значит, что касается дорожки. Правила те же. Нюансы только с выходом за спину. Значит, боковой заступ. Это одно предупреждение. 4 предупреждения. Бой проигран. Заступ вперед. Это 2. Сразу балла считается. Здесь по одному 4 очка, там 2. То есть 2 заступа за фронт, дисквалификация. 2 заступа. Всем понятно, да? В бок 4 раза заступили, проиграли бой. Назад заступили 2 раза, проиграли бой. Также, если заступили 2 раза в бок и 1 раз назад, тоже проиграли. Всего 3 оценки заступили. Это не касается общего счета. То есть счет поединка может быть любой.